Здорово, народ! Продолжаем с вами играть в Crusader Kings 2. В прошлой серии, как вы помните, у нас случилась небольшая такая проблема. Погиб смертью храбрых от стресса прошлый султан, и на престол взошел его сын. Причем тот сын, который был никчемным. Сидел у нас как раз в тюрьме, и я не успел подсуетиться, да, младшего сына сделать более-менее нормальным наследником. У нас, конечно, тут еще вот один растет, но есть у меня подозрение, что из него выйдет тоже хреновый такой правитель. Ну, есть надежда вот на этого товарища. 8 лет, образованность. Можно попробовать его в управление обучить получше. Давайте сразу назначим. Вдруг... Да совпадет. Так, так, так. Какой-то тут удовлетворенный, конечно. Ну ладно, давайте, фиг с ним. Пусть будет так. От наложницы пацанчик рожден. Есть от этого небольшие проблемы. Но, в принципе, не страшно. И что? Ну, я даже не знаю. Мы в Мегу как раз вот с прошлой серии отправили своего правителя. И тут есть еще попытаться вылечиться. Давайте попробуем также попытаться вылечить вот это вот все дело. Кашель, недомогание, мигрени. Может быть, спасет. Хотя бы чуть-чуть. И нам необходимо все-таки найти жен. Давайте сразу же себе поищем. Желательно с хорошим управлением, чтобы у нас хоть немножко земель в нашу сторону, да, перешло. Девушка, конечно, вот это отлично, но годков бы ей так 30 скинуть, и зашла бы к нам нормально так. Но что-то мне пока не хочется на такой старушке женить своего пацана. А, есть, конечно, тоже старая. Так, вот, нет, это далеко. Вот, в принципе, 36 лет. Похотлив. Давайте-ка в нашу религию ударим. Так, вот, ну, 59 лет, не канает. Хотя бы 40 было бы, можно было бы еще попытаться. Но 59 как-то много. Да. 17, 17, 9, 9. В принципе, давайте вот эту, что ли, возьмем. Более-менее кинем ей сейчас на лапу. На всякий случай, чтобы отношения сразу... Хорошее было к нам. Так, ну и отправляем. А теперь давайте пробежимся по интригам. Вот, 17-летняя девчуля. Блин, надо было ее первой женой, наверное, сделать. Ну давайте, пошлем подарок. А, и так, 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 заключить с ней брак. Так, не примет предложение. А чё? Ты же денег просишь. Послать подарок. Ну, пригласить ко двору. Давайте пригласим. Для начала. Так. Ну, а потом тогда и женимся на ней. Как раз мы сейчас первую жену себе. О том, что у вас... Что у нас рак. Надо, чтобы... Прикольно. Рак. Здоровье плюс 2. Ну и где рак-то? Превосходное лечение симптомов. Эрудит, блин. Не очень-то видно, что он эрудированный. Дурень дурнем. Так, ну вот, женились и... Так, нам должна сейчас интригантка пожаловать. Так, у нас тут бандиты идут, давайте-ка встретим их армией. Отлично. Я думаю, справиться без проблем. Пока по Мекке погуляем. Так, а вот девка прибыла ко двору, давайте ей сразу брак. Со мной. Так, вот она.
Ну вот, девка симпотная, 17 лет, показатели хорошие. Жаль, что я сперва эту, блин, выбрал первой женой. Ну, ладно, зато 17 у нее. 10 земель можем содержать. Давайте сразу же, наверное, так, несколько жен себе сделаем. Можно даже старушек сейчас уже брать. Возьмем вот эту старушечку. Ну так, для кучи, чтобы было. Так, и что там у нас еще есть? Давайте какой-нибудь из образованных посмотрим. Вот. Тоже 52 года. Да. Как-то не очень. 63. 60, но сильная. Так. А давайте попробуем, пофиг. Вдруг ему бабушки тоже нравятся, нашему султану. Фу, противный. Так, и давайте сразу пригласим себе на монастырь, отдадим мечеть здесь. Так, а здесь у меня еще одна, по-моему, мечеть была. На острове. Да, тут есть товарищ, который управляет. Конечно, у него хреновые навыки, но фиг с ним. А, это наш управляющий. Да? Да, вот управляющий. Чувствую, если я этот остров отдам, управляющий тоже от нас уйдет. Но ничего не поделаешь. Давайте поищем. Мужчина. В тюрьме нет. В браке все равно. Религия наша. По образованности глянем. Вот. Это уже имам наш. Так, ну эти не хотят нифига. Вот, этому товарищу давайте дадим на лапу. И вот он соглашается. Отлично. Давай, воспользуйся. Увы. Да зашибись. Получили рак. Ладно. Надеюсь, не сразу помрет, а успеет наплодить немножко. Традиционные. А давайте поэкспериментируем над султаном. Так. Да, ладно, иди. Сумасшедший, блин, ну что за фигня? Давайте старца выслушаем. Ну вообще, вылечились, называется. Крыш поехала. Ладно, посмотрим. Лишь бы плодился. Ой, блин, пришел, да? Черт, а я его что-то... Так. Сейчас глянем. Вот он. Где у меня тут мечеть? Так, а что такое? Я не понял. А, пока в Мекке, да? Ну, давайте дождемся, когда вернется. И сам будет управлять страной. Очередных бандитов ту камень лишается черты сумасшедшей. Ух ты! Вот это да! Мы вылечились, вылечили рак. И сняли черту сумасшествия. Красота! Хотя бы так. Жаль, конечно, что все равно показатели у нашего султана слабоваты, но ничего, хотя бы уже так.
Транжа, да, управленец он хреновый, но ничего, лишь бы плодился, как говорится. И детишек мы поразвиваем. Так, ну что? Когда ты смеки-то? А, все, прибыл. А, где ты? Где ты? Интересный такой человек. Вот. Ты что, помер, что ли? Ну ты вообще вовремя, главное. 4 февраля. Я тебя выписывал, выписывал, а ты взял и сдох. Ну зашибись. Так, ну вот есть придворный, в принципе. Давайте ему дадим. Он хоть и уродлив, но... А, стоп. Это лекарь. Не будем давать. Давайте еще пороемся, поищем. Может, еще какой интересный мужчина есть, чтобы нам помочь. Так, вот, 20. Посылаем подарок и приглашаем ко двору. Доход небольшой. Все, вот, закончился. Так, можно будет потом провести турнир. Пособлюдать Рамадан успеем. Сперва денег надо накопить. Отлично. Пожалуй, титул. Забираем мечеть. Отлично. Так, теперь у нас всего лишь один. Один лишний участок. Так, давай-ка все-таки отдадим ему остров. Так, 400, да, нифига не ровно. Наследник не в браке. Очередной транжа, очередной никчемный сын. Вот, смотрите, отец был просто прекрасен, да? Отличные навыки, более-менее такой дядька. Ну, есть, конечно, недостатки вот эти, но ничего. Умер от стресса, от ранений. И сынишка у нас такой вот никчемный. Так, ладно. Добиваем бандитов. Отлично. И давайте отдадим, пожалуй, вот этот остров своему брательнику, вот этому, который от наложницы. У него как-то тут более-менее потихонечку складывается, а вот образованность хоть растет. Поэтому можно ему островок-то отдать. Так, ну вот, управляющий у нас сразу ушел. Так, надо бы найти, что у нас тут имеется. 17, 16, ту-ту-ту, 17. Поищем сейчас, может быть, есть такой человек, который окажется покруче. Так, все земли, да. Вот, 17. Ну, давайте пригласим. И попробуем вручить уже ему. Опасная фракция. 600 и 2500. Офигеть. Так, да. Пусть будет у нас. Фига у него семейство оказалось. Назначить советником, будешь управляющим. И изучать экономику будешь в стране. Так вот. Ну, жадным-то быть покруче. Национальный уровень налогов и дипломатия падает.
Щедрость дает дипломатии, доверенность и отношения из-за сходства. Давайте жадным побудем. 26 монет. О, почти 36. Ну, по красоте. Теперь наша цель набрать деньжат в 700 монет будет уже выполнена. 9, 7, 8, 9, 7. Я офигею вообще. Это просто оттас. Давайте закон какой-нибудь поменяем. Иностранное наследование. Так, это пока мы ничего не можем изменить. Давайте. Никаких иностранных наследований. Благочестия практически не осталось, так что будем копить и на Рамадан денежки копить, откладывать потихоньку. Так, и, наверное, надо будет потом провести турнир. Помню, при проведении турнира дается один плюс благочестия земле, так что надо столицу будет перенести временно вот сюда. Так, идут бандиты, давайте встретим. Или они сюда идут? Казармы были построены. Отлично. Так, ну тут походу мы лидируем, да, вовсю. Всех бьем и ломаем, так что можно даже и без всяких подкреплений разобраться. Эх, всего еще осталось 1000 воинов накопить, чтобы... Ну, чувствовать себя более-менее стабильно. И пойдем уже на соседей. 35 монет в плюс. Ну, нормально. Надо дальше развивать свои земли. Сейчас еще маленько. До 700 монет осталось. Образованность бы поднять на плюс 3. И тогда было бы прекрасно. Ну, просто замечательно. Так, бандиты, бандиты. Поднимаем войско. Будем их встречать. И здесь поднимаем. Хорошо. Так, проведение турнира. Соблюдение Рамадана. О! Ноль. Был один. Это, наверное, после того, как я совершил хадж. Уменьшился. Ну, это хорошо. Просто замечательно. Так, 200. Ну, явно не справляются. Справится ли 500, тоже неизвестно. Так что давайте подкрепление сюда отправим. Ну, нормальное такое. Ну чё, съел, да? Получи, гад. Пятьдесят престиж заработал. Ух ты, военный. Так, так, так. Ты чё, сдох-то? Просто взял и сдох. Зашибись. Да. Сеструха, сеструха. Образованная, военная. Имам. Давайте ее попробуем. Ладно, богословие, раз имам ее обучает, пусть дальше обучает. Фет, жирный. Да, жирный султан. Сейчас попробуем Рамадан пособлюдать, как только денежки накопятся. Может быть, удастся обуздать его плоть. Так, чё, ага, забыл. Надо ж распустить пацанов. Тридцать шесть и 17 в плюс. Ну, нормально пока. Наши вклады в страну, в развитие наших территорий не пошли прахом. Приносят
усилена прибыль. Что меня только радует. Отлично, хотя бы эту амбицию мы удовлетворили. И давайте-ка с благочестия 500. Ну, проще, наверное, накопить вот. И к управлению добавим один показатель. Было бы замечательно. Так, давайте попробуем Рамадан пособлюдать. Конечно, может сейчас подняться у нас упадок. Ха, он щедрый стал? Вот блин, гад, я вот жадным делал, а он щедрым стал. Черт побери. Отправляем, конечно же, приглашение. Надо женам сейчас еще будет подкинуть деньжат. Чтобы нам детишек принесли. Отлично. Так, и чё? Все еще жирный. А чё за рвота-то? Ну давай, лечи. Ну, неплохо. Чё за фигня опять? Колики какие-то. Ну, блин. Уже стараешься, пытаешься этого дурачка вывести в свет. А тут вон какая хрень. Так, а есть тема попытаться вылечиться? А, уже было лечение, да? Потеряет 200 золота. Что надо? Иметь более высокий престиж. 500. Ну, сейчас немножко и вперед. Зашибись. Детей, походу, не будет. Так, а тот пацанчик еще не вырос, да? 10 лет всего лишь. Ну, давай уже развивайся, что ли. Давайте экспериментально опять. Здоровье. Ух ты. До 21 июля 46 года. На 2. Отлично. Полной луной во время следующего полнолуния он выталкивает вас на улицу и заставляет раздеться и бегать по пустырю. Не останавливайся до тех пор, пока ноги не откажут тебе, кричал он. Изгони зло через пот. Зашибись. И ему просто все помогло, да? Пищевое отравление только осталось. Ой, у нас так показатели никудышные. Опачки, первая жена забеременела. Но вот у нее нету врожденных отличных навыков. И у нас есть возможность провести турнир. Давайте его проведем, только поменяем здесь столицу, вот так. Турнир. Отлично, проводим. Чтобы процветание на эту провинцию тоже пришло. Потом вот сюда надо, тут вообще нету процветания ни капли. Ну, отлично. Да, жаль. Ну, тут какой-то никчемный товарищ, да? Погиб в бою.
37 монет в плюс. Прекрасно. Отлично. Ха, отлично. Так, хорошо. Так, третий чемпион, принц. Дядя. Дядя, ну ты красавец, вот тебя бы на трон посадить. Ну, конечно, тоже навыки ни о чем. Ну да ладно. Дядька вот этот отличный. 15 военных навыков, тоже раком болеет тут, понимаешь. Так, у меня, как всегда, гости нежданные. Мне лучше, султан лишается черты пищевое отравление. Па-па-пам. Рака нет, болезни нет. Ты просто молодец. Так, давайте-ка сюда отправимся. Мечеть. Что ж ты помер-то? Здесь мечеть, значит, у нас надо ее отдать. Ну, быстрее, ага, добежали. Красавцы. Полностью уничтожили вражеский отряд. О, у нас уже практически полная катка. Давайте-ка пригласим мужчину, образованного в нашей земле, чтобы дать ему мечеть. Может быть, понравится. Вот. Есть такой кандидат. Так, жена. Блин, ну вот у нее с управлением полные траблы. А давайте сделаем, пофиг. А, блин, все-таки уменьшилось. Так. Вообще непонятно, кем является товарищ этот и откуда. Давайте, может, получится его пришить. Будет тогда все замечательно. Ну что ж, друзья, думаю, в следующей серии... Так, хотя что, тормозим. У нас тут пришел мужчина, надо его срочно определить. Так, это вот имам придворный, да? Пожалуй, титул. Мечеть. Все. 10 из 9, осталось управление прокачать. Но это мы сделаем в следующей серии. Всем спасибо за внимание. Оставляйте свои комментарии. Всем пока.